Всем доброе утро. Смотрите, какая береза выросла. Такой березы не было еще у девчонок никогда. Смотрите, как настоящее дерево. Да, Шкода? Шкода. Ну что тут груша делает? Папка тут бассейн забыл закрыть. Кира нет. То у нас в 12. В час, точнее, представление. У нас девчонки не успеют просохнуть. Поэтому надо закрыть бассейн. Иначе на представление у нас будут мокрые мочалки. Сколько места для охоты. Кира уже охотится. Бабах! Скажи, груш, теперь неудобно, теперь, чтобы на грома посмотреть, Саше надо за лесную чащу заходить. Да, она. Ой. Да, на цели ком решила залезть. Груша, ты вандалка маленькая. Маленькая большая вандалка.
Запах, конечно, просто космический от нее. Ты под деревце решила лечь? В общем, долго им еще все обнюхивать. Тебе вкусно, блин? Кира скажет, что вы все тут нюхайте, нюхайте, а я хочу играть, бегать, а вы не хотите со мной играть, бегать. Да, Скотина? В общем, вот получились у нас кошки в березовом лесу. Да, Грунь?